там где товарят. Наверное, не видно. Я не вижу вообще, как оно дерево падает. Дерево падает. Оно. Так, это... Там где-то вверх. Сейчас не знаю. Какая вот... летают колобысь. Я считаю, все правильно, их нужно вот эти топоря все убирать. Этот репейник надо убрать, друзья. Ужас какой-то. Может, как мне жарко, друзья. Мне прям колбасит, друзья. Да, она любит растения прилагать. Я считаю, такие вот тополя надо их делать как пальмами маленькими. И все. И они нормально будут. Я так думаю. Тоже зацветет скоро. Ладно, друзья, всем спасибо, всем хорошего настроения. А с вами был Сергей Ракишев. Туда не надо, мать. Все. И туда не надо. Очень будет больно тебе, да? Да, мальчик? Да? Вот так вот. Ага. Холодость, бах, бах. Ладно, друзья мои.